от австралийских лесов до амазонских тропиков, все больше животных оказывается под угрозой полного исчезновения. Но один вид скоро сможет стереть с лица земли миллионы других. Ежегодно убивают более 300 тысяч дельфинов в целях рыбного промысла. В любой сфере, где можно заработать, возникает незаконный оборот. Мы создали эту проблему. Решение кроется в нас самих. Методы, которые мы используем для восстановления популяций, очень часто создаются в зоопарках. Ведущие зоопарки и океанариумы мира заняты спасением животных. Многие виды живы сегодня, потому что зоопарки и океанариумы спасают их. Но время уходит. Массовое вымирание – это не просто то, что должно однажды произойти, это то, что уже происходит. Но есть надежда. И наш человеческий долг – сделать все, что мы можем прямо сейчас. Момент действовать настал. Спасти планету.